Всем здрасте! Вот и дождались мы. Осень пока еще не золотая, но скоро будет. Прибыли на земли ярославские аж дней на 10. Но она такая еще не золотая. Такая еще позолоченная. Осень позолоченная. О, хорошее название для ролика. Короче, первый день, еще с дороги, с ночи, толком не спавши. Цель какая? За наш спиной лес. Ну, такой он. Через нее шла дорога вниз к переправе. Нам надо, во-первых, пробить эту дорогу, во-вторых, посмотреть, что там с рекой и с переправой. Ну, на предмет подводного поиска, скажем так. Вот. Ну, лес такой, с переменным успехом заросший. Лосиных, ну, пока непонятно, да, лосиных пока этих гадов не видно. Вот. Больше пока сказать нечего. Будем посмотреть и будем показать. Так, вошли в лес. Цель какая? Вот мы сейчас дойдем до дороги, где она была, по прямой, да. И спустимся вниз к переправе. Блин, первый сигнал. Павел. Да ладно. Да, вставай. Копейка. А сахара. Павловский. Сейчас посмотрим. Новый бутылек. Старый. Да. Старый в прошлом видео потеряли. Дедушку земляной забрал в обмен на пропеллер на крестик сломатый. 99-го копейка. Как сахарчик хороший. Ух ты. Я считаю. Ух. Ну, в общем, да. Почва-то приятная. В общем, да, здесь вот в этих местах песчаников много. Ух ты! Красавка какая. Пойдет. Так, друзья, она оказалась не одна. Прикольно. Где так... Катя? Катерининская? Пятак, что ли? Пятак. Димыч, привет тебе, родной. Опять твой пятак не тебе достался. Пятак, пятак. Пятак? А, балдеть. Ну, это надо отмачивать, смотреть. Ну, да. Какого года не видно, это Катин пятак. Обалдеть. Сейчас здесь покрутимся. Такой здесь лес, чудес. И склон резкий. Река там, с переправой. Не знаю, сейчас будем более пологое что-то искать, потому что здесь-то лес. Я сейчас попробую здесь пробить. Мог кто-нибудь на жопах и кататься в свое время. Вот. Направление вот там мы монеты сейчас нашли. И вниз туда еще пока не били. На обратной дороге посмотрим. Может быть, там смещение было. Да хотя... Уже давно у меня такая тенденция, если в лесу или в пролеске в каком-то есть находки, то его надо бить весь. Не четко по дорогам, а здесь. Потому что года менялись, тропы менялись, ходили же не только по дорогам, ходили по тропам, да почему угодно ходили. То есть если лес интересный для находок, то смысл есть бить его весь. Люба куда-то улезла туда. Так, там у меня сигнал был, сюда к воде подошел. Сейчас, по-моему, посмотрим. Да там посмотрим. До воды еще. К твоей воде? Да. У нас дождь ливанул. Ну, это ладно. Ну, вы заросшие. Тут что это? Не знаю. Посмотрим. Вообще, в камни все. В каменюках. Просто ничего. Внизу валуны, Любка говорит. Валуны лежат, язык вот такой. То есть там стопудово была переправа. Но с той стороны легче подбираться. Ну просто не могу я оттереть. А сигнал какой был? Медный? Медный. Какой? Ну,
В общем, знаете, ребята, она в таком наросте. Ладно, будем отмачивать, смотреть. С камерой попробую, конечно. Нет, там даже... Нет, тут нарост очень сильный. Она глубоко лежит. А вы вместе ходили? Короче, вот там, на том же уровне, где вот эти монеты были. Идем туда. Дождик почти что прошел. Так и крутимся по этой полянке. Там прикол, там бревно валяется, такое не толстое. И в нем сигнал. Ходил за пилой. Будем скрывать, смотреть. Сигнал-то не самый худший, в принципе. Может быть, конечно, скорее всего, пуля. Но фиг знает. Чем звенит у тебя? Ну вот как она там, Ака? Вот. Ладно, сейчас вскроем, посмотрим. Так. Ну вон спилили, приподняли. Вот она, дыра пулевая. То есть пули, скорее всего. Че только не насмотришься. Продолжаем лазить по этому лесу. Только с другой стороны дороги. Смотрите, какая прикольная семейка. Семейка травы. Логи. Но симпатичные. Выбрались из лесу. Вот эти каскады туч идут. Постоянно под дождь попадаем. Так уж чуть-чуть по луговинам. А потом поедем тетю Любу праздновать. У нее сегодня день рождения. Все поздравляем. Дали ей съеденное. Дали ей какую-то фигульку. Николай II. Да? Одна вторая. Ну, вензель видно. Ладно, что съедено это? Вполне себе. Кстати, зря. Нет, с этой стороны, да, с той стороны. Здесь нормально. А здесь ни хрена не понятно. Ну, одна вторая. Ну да. Ну да ладно. Ну ладно, хоть одну. Ой, мы сегодня недолго лазили. Ага. Лавировали между туч. И вылавировали вот на такую вот дисковочку. Время у нас часик остался. Монеточка. Кем? Сохран здесь, я думаю, что говенный. Помнишь? Хотя. Как знает. Я не пойму, что это. Похоже на деньги. Да деньга, господи. Ну ладно. Идем по направлению к церкви. Туча пока одна, но к нам не приближается. Еще одна монеточка. Ну, деньга, похоже, фактор. А, кстати говоря, более-менее. Вон она, курочка с коронами. Пойдет. Ну, она согнута пополам. Согнута? Ага. А-а-а. Прилетела бедной. Да, ей досталось. Но целая. Но согнута. Разогнем. Убирай. А, ну да, сейчас. Так, друзья, очередную тучу натягивает. Уже закругляемся. Я иду к машине, сейчас забираю машину. Люба идет туда, по полю. У меня вот такая штучка выпала. Без. Ну, короче, сам щиточек от перстенька. Офигенный. Мне такой никогда не попадался. Посмотрите. Такой товарищ на коняшке. Ну, сломанный, к сожалению. Но это реставрируется. Очень интересно. Красиво смотрится. Здесь ямку закопал, вот этот перстенек был. Здесь я без воды не буду ее шоркать. Опейка серебром, судя по всему. Так, друзья, день второй. Тетю Любу отпраздновали вчера. Ну так, культурно. Поэтому день водный. Приехали в реку, вот где вчера ходили. Вот там мы вчера монеты находили в том лесу за углом. За углом. За углом. А здесь речуня.
квадрики носятся. Осень, блин, красиво. Тачинстап не работает. Да что ж с камерой-то? Ну все уже, ей столько лет. Сейчас идем в воду. Река. В той стороне был вот этот брод, который мы снимали. Да, вода прохладная. Надолго здесь нас не хватит. Так, а на что ставить? На какой режим? А что мы тогда ходили? На пляжу. На пляжу и нам на пляжу. В общем, по идее, нам надо вот туда. Но как получится? Такая вот красота. Вот в течение очень тяжело идти. И вода уже холодная. Чернина. Шли-шли, и, видимо, вот это остатки моста. И черные сигналы. Да, и куча черных. Вот, поперечины валяются. Вот, смотри. Да, да, да. Здесь был мост. Здесь был один из мостов. Тут, вон, балки торчат. Это вон, балки. Ладно, сейчас здесь поизучаем. Вот, дошли до предполагаемой то ли мельницы, то ли черт его знает, что здесь было. Кругом валуны, куча железа черного. Вот, кругом камни. Железо есть, цветнины нет. Вот одну проволоку сейчас нашли и все. Ну, это современщик. Ну, это ближе к этому. Вон кругом камни. Живописно, конечно, здесь лазить. Там ничего не нашли возле моста. А, ну проволока. Всякие какие-то толстые. Типа оплавыш фольги. Ну, короче, жбонь. Попадается. Что-то вот маленькие птички какие-то нас сопровождают здесь. Прям по веткам прыгают рядом с нами. Только на камеру не вижу. Вон, слышите, чирикают? Они совсем децени, да, такие малепусеньки. Калибри местные. На мультике он начинает съедаться. Уже две палки. Что делает? Слушай, попал переключи на другой режим на какой-нибудь. Там Димка говорил, аж не помню, то ли пляж, ой, этот парк 2, что ли, что-то там. Какой менее этот? Не для мусорки. С реку пробьем еще чуть-чуть, а потом уедем вот в этот лес, вот сюда, наверх, с той стороны. Так. Запрудно. У нас первая находка. Адекватная. Адекватная. На эквиноксе 23-24. Вот алюминь. Алюминь. Ну все, прикольно. Ну прикольно. Да, пока лазим. Во. Все, прошли. Камеру, забирай меня отсюда. Тут, да, тут вылезти. А ты не там полезла. О, фокус-то где? Фокус-фокус, ручка откручивается. Сейчас, ладно. Глазик протереем. Так, переехали. Вот, собственно, в этом лесу, вот за ним, вот там. Помните, я вам показывал из реки, вот дорога-то, где мост был. Вот, вот она выходила, шла вот здесь, вот березняк, вдоль него, и вот там вдали урочище, вот в конце поля. Вот она на нее и выходила. В этих кустах, как видите, горел еще мельница была одна, вот здесь. Вот. Сейчас будем лес смотреть. Был сигнал. Вот здесь вот, считайте, из одной ямки выкопал пробку водочную. И она. Во.
И сигнал продолжается. Думаю, интересно. Еще что ли одна? Она по парам обычно валяется. Опа! А нет. Не очень. Ну, с одной стороны буковки затерты, а конечка вроде нормально. Сейчас покажу. Фокус-покус. Где-то есть. Вот он есть. Ну, более-менее. Чешуечка. Вообще изумительно. Спустились туда вниз, ближе к реке. Ну, там обрыв, и все завалено, конечно. Там не пройдешь. Сигналов там нет. Это изредка черный. Как интересно. ММ. Я такое не встречал. Поднимаемся выше, да. Смотри-ка, опять под конем ММ. ММ, да. Это я первый раз такой вижу. Потом надо посмотреть по каталогам, что это такое. Короче, чешуя еще одна. Ну, давай вот. Как звенело ты, ни хрена. Я думал, пробка. 13-24. Обалдеть. Давай по. Вот, вот пятачинки у нас. Смотрите, разберем, валяются. Да и пусть валяются. Смотрите. Сейчас заодно отдохнем. Вылезли из пролеска. Ну, здесь была мельница внизу, там овраг, но там сейчас не пройдешь. А здесь теоретически была вот до этих берез дорога туда, на деревню. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Валю в пуговицы. Так, прошу прощения за ветер. Сейчас встанем с тобой. Рода отвратный сохран. Сохран. Нет, это не... Нет, это гренадерка. Гренадерка. А, да, точно. Ха, прикольно. Друзья, сейчас ходить, конечно, одно удовольствие. Сейчас ракурс найду. Щитовичок. Ну, понятно все, в принципе. Идем к деревне. Вон там сейчас по лесам полазим. Вот дошли, люб там в кустах, куча, говорит, фундаментов. Здесь была деревня. Я чувствую, нас сейчас накроет. А до машины далеко. Она вон возле того леса. Пруд! Сейчас посмотрим пруд. Вот такая вот она была. А там река внизу. Вот такой здесь очаровательный пруд. Зеленый. Высох. Высох уже. Покажи. Что, блин? Что-то неведомое. Неведомая хрень, но она складывает. Ну да, какая-то. Что-то это было. Накроет или не накроет? Она короткая. Короткая. Не хотелось бы. Там еще один, видно, пруд был. Что, посмотрим. В общем, это называется деревня при прудах. Да. И при реке, кстати, тоже река здесь и рядом. Туча нас все-таки обошла практически. Так, чуть-чуть. Продолжаем лазить по лесу. Непонятно. А? Непонятно. Да, монеточка. Ой. Монеточка. Монеточка. Что-то кругленькая. Поднячка что? Нет. А что это? Щитовик, 20 копеек. Ну. Сейчас, подожди. Попробуй отмыть получше. Вот не видно. Ну, это надо смотреть потом. Ну, в общем, я думаю, что это вполне стабильно будет. Щитовичок, да. Сегодня странный симбиоз находок. Чешуя и советы. Да. Ну, у меня пока так совет. Ну, и пуговица царская. Ага. Смотрите, друзья, шли-шли и болот нашли. Интересно. А? Ну, понятно, что не через него. Охренеть. Прям болото-болото. И тропа звериная туда уходит. А, вот, собственно.
И он туда пошел кругом. Охренеть! Красиво. Вот такая вот живописная здесь штука. Ну что, друзья, вот и подошел к завершению второй день наших вот начальных вылазок, отпускных, можно так сказать. Охотчики вы все видели. Что, вчера в зачет пятак с Павлом копейка уходит, сегодня две чешуи. Вот, да, уже раскладывать не буду, находок-то, в общем-то, немного, но приятно. Каждый пролесок этой стороны, вот, который мы сейчас пробиваем, вот куда бы мы ни заходили, что-то дает, чуть-чуть, но дает. Удивительно, поля молчат. Обратная сторона, где мы бьем, там, то в том году, в позатом году, наоборот, леса, тишина. Поля прям бомба. Удивительное рядом, я говорю. То есть прям какая-то, не знаю, схема извне, где что теряли. Ладно, рад, что смотрите, рад, что лайкаете. Вот. Кому не лень, кстати, хотел попросить, кому не лень, делитесь видео. И нам полезно, а вам не сложно. Просто поделиться и все. Вот. На этом заканчиваем. Завтра будет новый день. Завтра, я думаю, что, скорее всего, мы поедем на Волгу по воде покопаться. Вот. На этом прощаюсь. Всем пока.